и расслабьтесь. Теперь сядем. Ноги перед собой, колени немного согнуты, стопы на полу, возьмите полотенце, оно поможет нам в нашей растяжке. Итак, зацепите полотенце за стопы ног, держась за его концы обеими руками. Устройтесь поудобнее. В этой позе вы почувствуете напряжение мышц, а если потянете за концы полотенца, то почувствуете, что напряжение усиливается. Держите спину прямо. Глубокий вдох. Выдох. Вы можете попробовать вытянуть ноги еще немного вперед, тем самым обеспечив себе большую растяжку в области спины. Сделайте еще глубокий вдох и выдох. Отпустите полотенце. Согните левую ногу. Правая нога остается прямой. Давайте попробуем сделать более глубокую растяжку. Глубокий вдох и выдох. One more time. Inhale. Еще раз глубокий вдох. Exhale. И выдох. And release. Отпускаем полотенце, и пока можем отложить его в сторону. Берем левую ногу, согнутую в колени, и перекидываем ее через вытянутую правую ногу, а правой рукой обхватываем левое колено. Открывая грудную клетку, разворачиваем корпус влево. Если у вас получится, то попробуйте отставить левую руку как можно дальше за спину. Этой позой вы обеспечиваете сразу растяжку плеч, верхней части спины и грудной клетки. Глядя через левое плечо, делайте глубокий вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Повернитесь прямо. Согните обе ноги так, чтобы ступни ног были вместе. Постарайтесь опустить бедра как можно ниже. Таким образом, вы растягиваете мышцы внутренней стороны бедер и живота. Расслабьтесь, расправьте плечи и посидите немного в этой позе. Если у вас получится, попробуйте немного надавить руками на бедра, раскрывая таким образом мышцы для более глубокой растяжки. Глубокий вдох. Выдох. Еще вдох. And exhale. И выдох. Sliding your legs. Выпрямите ноги перед собой. Возьмите полотенце для другого упражнения. Обхватите им ступни ног и сядьте поудобнее, держа спину прямо. Потянув за концы полотенца немного сильнее, вы почувствуете большее мышечное напряжение. Inhale right here. Глубокий вдох. Exhale. Выдох. One more time. Inhale. Еще один вдох. And exhale. И выдох. Отпустите полотенце. Согните правую ногу в колени. Левая нога остается прямой. Сядьте прямо. Возьмите полотенце и зацепите его за левую ногу. Глубокий вдох. Выдох. Глубокий вдох. И выдох. Расслабляемся. Теперь берем правую ногу, согнутую в колени, и перекидываем ее через вытянутую левую ногу, а левой рукой обхватываем правое колено. Открывая грудную клетку, разворачиваем корпус вправо. Смотрим через плечо. Открываем грудную клетку. Если у вас получится, то попробуйте отставить правую руку как можно дальше за спину. Почувствуйте, как растягивается верхняя часть спины и грудная клетка. Задержитесь в этой позе. Глубокий вдох. Выдох. Снова вдох. И выдох. Повернитесь прямо, глядя перед собой. Согните обе ноги так, чтобы ступни ног были вместе. Постарайтесь опустить бедра как можно ниже. Возьмитесь руками за лодыжки и расслабьте колени. Почувствуйте, как растягиваются мышцы внутренней стороны бедер и живота. Сделайте глубокий вдох. И выдох. Теперь просто сядьте прямо, скрестив ноги перед собой. Распрямите спину. При вдохе руки вверх. Затем согните правую руку за спину, таким образом активизируя трицепсы. Помогайте себе другой рукой. Отпустите руку и перенесите правую руку на левую сторону. Почувствуйте, как распрямляются некоторые мышцы. Обе руки назад. На вдохе поднимаем руки вверх. На выдохе согните левую руку так, чтобы активизировать трицепсы. Помогайте себе другой рукой. Сделайте глубокий вдох и выдох. Отпустите руку и вытяните правую руку на левую сторону. Почувствуйте, как растягиваются некоторые мышцы. Обе руки назад. Вдох, руки вверх. Выдох, руки вниз. Еще вдох.
и выдох. Задержитесь в этой позе и расслабьтесь. Превосходная растяжка.